Физическое – это первый уровень. Эмоциональное – это там, где застряла эта боль. Это второй уровень. Спиритуальное – это где уже душа. То есть бывает за практику удается пройти все эти уровни и попасть вот прям на свидание к своей душе, когда все становится очень все понятно. Вот это вот пережила именно вот сейчас вот за дыхание все вот эти вот ситуации, как-то они сквозь меня прошли. И в конце, то есть я поняла, что нет, я же все-таки я свободная, я могу делать, что я хочу, не надо на меня давить. То есть это моя жизнь. Ну, как-то настолько на позитивной прям вот такой волне именно вот она сквозь меня прошла, да. Прям очень здорово. Сначала, конечно, я скажу слова благодарности Натали вам лично. Я выиграла эту, ну, можно сказать, получила подарок в розыгрыше. Угу. И участвую в алхимии второй раз. Я помню, первый раз я, ну, особо ничего там и не испытала. Помню, что было холодно, я укрывалась. Вот. Этот раз я, конечно, уже совсем по-другому. И ощущения были немного иные. Я как бы слушала свое тело, я понимала, где блоки. Сначала в ногах, колени. То есть я задавала вопросы, получала ответы. Какая умничка. Я не скажу, что прям какие-то инсайты пришли. Я думаю, что какое-то время займет, чтобы это все улеглось. Но энергию я прям чувствовала. То есть там с самого начала, вот именно на физическом уровне, то есть как бы на уровне вибрации, то есть она начала подниматься и до головы, и прям, ну, как бы очень так. Для меня это прям, ну, сильно было. Интересно это было. Такие, знаете, слои эмоций поднимались, и сначала, знаете, такое раскаяние перед собой, потом какая-то, знаете, такая вообще дикая агрессия, дикая ненависть, то есть у меня внутри был образ, как будто я сжигаю просто все вот огнем.